Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По объявлению звоню. Да. Машинку подаете? Да, подаю. Ага. Скажите мне, пожалуйста, на ней кто-то, кто ездил? Женщина, мужчина? Вы хозяин? Да, я. Вы ездили. Один хозяин, да? Или вы перекуп? Давайте только сразу разговаривать будем, честно и откровенно. А вы где объявление смотрели? В Дроме. На Дроме? Ну да. А видели там написано от собственника? Или не видели? Видел. Это что видели? Ну. Так может это вы перекуп? Нет. Я себе смотрю машину. А меня интересует полная характеристика машины. Полные характеристики? Ну да. Есть какие-то проблемы по кузову, есть какие-то там, может, проблемы еще в чем-то. Хотя по пробегу, судя по пробегу, то есть как бы проблем вообще не должно быть никаких. Да нет, никаких. Машина с Японии, я первый хозяин. Вы первый хозяин. Она же левый, он не левый руль, да? Правый. Это же японец. Ну, вот я думаю, что сейчас, когда вы сказали, что это Япония, я понимаю, что, скорее всего, там правый руль. Блин, не задача. А так она автомат у вас получается, да? Ну, это же электромобиль. В смысле электромобиль? Вы какое объявление-то смотрели? Вы, может, ошиблись? Да нет, меня интересует не сам лайф. Nissan Leaf — это электромобиль. У него нет коробки передач, у него редуктор, который включается с джойстиком, и машина едет вперед либо назад. Заряжается от розетки. Я поняла. Спасибо большое за информацию. Что-то как-то я не учла этого. Спасибо.